проклятую игрушку Спайдермена. Да, у нас есть этот товар в наличии. В общем, я заказал проклятую игрушку. Фу, блядь, там что-то слизкое, чувак. Фу! Всем привет, ребята, вы на канале моем собственном, так что обязательно ставь лайкос, подписывайся на канал, если ты еще не подписался, и сегодня мы будем связываться с новым Darknet-ботом. Этот бот, как там написано было, типа, что он перезванивает потом, и с ним можно, типа, не переписываться, а так разговаривать. Сейчас посмотрим, что это такое, и сегодня я думаю заказать проклятую какую-то игрушку, не знаю, я попрошу у него, допустим, Спайдермена. Интересно, они найдут какую-то проклятую игрушку? Он, типа, как по всей базе данных проверяет и сканирует. Ладно, ребята, вот этот бот, сейчас буду ему писать, походу, что ему не написать, то он типа сразу перезвонит. Либо какая-то надо определенная штука. Давайте напишем старт. Чисто. Чтоб наверняка. Старт. Так. Ну ждем, ребяточки. Бля, реально ребята. Он реально набирает. Видите? Смарт, Даркнет. Ладно, давайте берем. Привет. Здравствуйте, я виртуальный Даркнет-бот. Чем могу быть полезен вам, сэр? Я бы хотел заказать проклятую игрушку Спайдермена. Да, у нас имеется этот товар в наличии. А вы реально живой? Вы живой? Вы человек или вы робот? Извините, не совсем вас понимаю. Не могли бы вы повторить вопрос еще раз? Вы живой человек сейчас со мной общается или какой-то бот? Извините, не совсем вас понимаю. Не могли бы вы повторить вопрос еще раз? Понял. Давайте, я хочу тогда купить вот эту куклу. Сколько она стоит? Какую куклу вы хотите купить? В виде проклятую куклу Спайдермена. У вас такая есть? Проклятая кукла Спайдермена. $250. Я согласен, я хочу ее купить. Ваш заказ принят. Ожидайте. Бля, ребзя, тупо я с киборгом каким-то общался. Короче, ребзя, сейчас включимся, как привезут уже товар. Так что ждем, ожидаем, что же там такое будет. Не знаю, нереально мне что, проклятую игрушку Спайдермена принесут? В общем, скоро сейчас увидим. Спасибо. Так, чувак, смотри. Ребяточки, пришел курьерчик и дал вот такого экземпляра мне. Давайте сейчас посмотрим поближе. В общем, я заказал проклятую игрушку за $250. И мне принесли вот это. Вот как оно выглядит, запакованное. Я пока ничего не делал, пока не распаковывал. Пока выглядит обыкновенный, типа Спайдермен. Но как я уже знаю, они туда внутрь бывают что-то интересненькое могут положить. Возможно, флешки, возможно, деньги, возможно, бриллианты. Возможно, что-то дикое и вонючее какое-то, что-то типа отвратительное. В общем, сейчас мы будем узнавать. Вот у меня есть открывашечки, ножки. В общем, давайте приступать. Так, это мы раскрываем. Спайдермен. Смотрите, как гламурно он ножку высунул. Так, Эмили, как тебе этот Спайдермен? Нравится. И, наверное, это надо. На. Так, ну, Эмили. У нас тут вообще-то серьезные дела происходят. Вот, ребяточки. Вот такой Спайдермен. Ну, он такой, чуть-чуть, что-то там внутри явно есть. Блин. Ну, чё он ногу так зафигачил? Она обратно не делается, походу. Так, давайте проверим пока так. Так, в руках ничего. Опа, в башке что-то есть. Так, хорошо, тогда будем проверять бошку. Чекаем ноги. Вроде нифига. И что-то в пузе. Короче, ребяточки, если вы детки-котлетки, закрывайте глаза, потому что сейчас будет
разрезания Спайдермена игрушки. Начнем, я думаю, с туловища. Что, ребята, а перед началом разрезания поставьте обязательно лайкосик и подписывайтесь на канал. Так. Какой крепкий нахрен костюм. Так. Вот, ребяточки, разрезаны. Сейчас полезем туда внутрь. О, что-то есть. Фу, бля, там что-то слизкое, чувак. Фу! What the fuck? Блять! Чуваки, там какая-то жижа красная, я не знаю, это кровь, не кровь? Подними ближе. Это какая-то таблетка, блять. Ребята, у меня внутри там таблетка была. А вот это чё нахрен? Ребят, посмотрите, что там внутри было. Какое-то кольцо, оно в какой-то жиже непонятной. Бля. Бля, ребяточки. Ну что, смотрим дальше, что там есть. Опа. Еще какие-то таблетки, ребят. Что это за таблетки? Напишите в комменты. Фу. И что, они думают, что я буду это пробовать? Или что? Может, какой-то экстази нахрен. Так, ребяточки, надеюсь, это пилюли не Морфеуса, который, типа, знаешь, выбери левую, правую. Я пока выбирать никакую не буду. Давайте пока посмотрим, что там еще. Фу, они туда насували всего, что попало. Капец. Так. Опа. Ребят, третья таблетка. Не знаю, что там за таблетки. Возможно, это типа таблетки, чтобы стать Спайдерменом или типа того. Напишите в комментах, что вы думаете, что это за таблетки. Так, ребят, что-то там еще есть, не могу достать. Уэ, what the fuck? Бля, это какие-то кольца. Бля, это может настоящее золото? Бля, ребята, их потом надо все исполоснуть и просмотреть. Вот еще одна. Блин. Так, ребят, давайте быстро это сейчас полоснем, сейчас включимся. Короче, ребят, смотрите, вот такое там было сережка вот такая. Не знаю, настоящее, не настоящее золото. Возможно, просто обычная безделушки. Вот такое там было кольцо с цепочкой. И таблетки. Они до конца не отмылись, они еще в этой жиже. Но их явно лучше не пробовать. Я не знаю, на что они рассчитывали, но я их пробовать точно не буду. Сейчас, короче, попробуем разрезать колу, посмотреть, что же находится там, потому что там явно вот что-то есть. Так, чувак, там что-то, блядь, большое. О, ребят, какой-то замок. Какой-то замок зачем-то. Так, ключа нету. Бля, внутри ничего не нахожу. Так, ну вроде в каких местах? Вот руки проверяю. Тут вроде ничего. Фух, короче, ребяточки. Конечно, интересно было бы, если бы я попробовал вот эти штукенцы, но делать я это категорически не буду, потому что это опасно. В общем, ребяточки, это стоило 250 баксов. Надеюсь, я смогу это на базарчике впарить за 50 гривен хотя бы кому-то. Ну, в общем, ребяточки. Вот такая вот проклятая кукла вышла. Как я думаю, это как рулеточка. Типа, может повезти, может не повезти.
Как повезет, типа туда может положить какую-то и нормальную вещь, и дорогую, а может и трешанину. В общем, ребяточки, сегодня я остался с таблеточками какими-то непонятными, сувенирчиками и разрезанной игрушечкой. Если вам понравилось и вы хотите, чтобы я еще заказал какие-то проклятые игрушки, то пишите в комментарии. С вами был я, так что подписывайтесь на канал и до скорых встреч.